Hi everyone, welcome back to my channel. I'm going to react to Diana's songs from her early age to her recent performance. This comparison will show you the reason why I believe, and many others also believe, that she was born with a microphone. She's gifted. It didn't just happen by chance. She is a amazing singer with an angelic voice. Join me as I'm doing this, and you will enjoy it too. Let's dive in there. Круто, что мы все просто, я надеюсь, являемся свидетелями рождения большой новой звезды, потому что, блин, вы крутая. Видение, мистическая девочка, мистический гу. Диана Анкудинова. Диана Анкудинова. Победитель второго сезона шоу «Ты супер!». This is something else. Like she sounds like she's out of this world. Это божественно, как это еще может быть? Я знал, ты будешь вечно с небес светить. Меня вокруг тебя не видим мы, ты знаешь, без тебя нет дня.
что так они мне попались. Ой, да привередливые, и дожить не успеть, не допеть, не успеть. Я коней напою, я куплет допою. Timeless, it's ageless, it's just mesmerizing. Yeah, that's our word, mesmerizing. У вас есть, она действительно от Бога, это понятно, вы это все прекрасно понимаете. Очень глубокое нутро. Что-то там прямо какое-то волшебство. В тебе есть даже нечто большее, чем просто талант. Я хочу объявить гран-при нашего суперсезона. Это уже любимая всей страной Диана Анкудинова. Итак, Диана Анкудинова становится обладателем гран-при суперсезона «Ты супер». Поздравляю! Успех заключается, наверное, в том, чтобы поставить цели, идти к ней, не сдаваясь, не слушая никого. Верить в себя и, конечно же, не задирать пальцы, как это сказать. Быть на своей волне, оставаясь человеком. No, I don't wanna fall in
благословит superstar. Tell me what you think about this comparison. Hit the like button, share, also subscribe to my channel. See you next time. Thank you for watching. Bye.